дорогие гости, дорогие односельчане, в эти ноябрьские дни, когда мы отмечаем 50-летие репрессий карачаевского народа, в ряде населенных пунктов Карачаевского района открывается памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне и безвременно ушедшим из жизни в годы репрессии Карачаевского района. Сегодня мы открываем такой памятник. В открытии нашего памятника участвуют делегации ряда населенных пунктов нашего района, руководители нашего района республики. От чистого сердца, открывая митинг, посвященный воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и жертвам репрессии, право открыть памятник воинам предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны и президиуму. Прошу ветеранов Великой Отечественной войны и президиуму открыть памятник воинам Великой Отечественной войны и жертвам репрессии. Смотрите, это Аллах Сунду. Хана ты. Слово предоставляется заместителю председателя духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии и Ставропольского края Абукерим Хаджи. Бисмиллахир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بغالي سيلي بوغان دين قرنش إغشتر بيس الله دولان السلام لاري بركتر بارزادة بوصن بغن الله سبحانه وتعالى بو Bizge sınatkan bu kıyım gününde bir gün eskertme açılat da Allah'u da kesiminden arende kuvanç eskertmeli kralımızga da, halkımızga da, başka halkın içinde kuvanç eskertmeli açar gibi ki Allah bol nasip bana versin. Biz de din upravlerini yazdı, prezidiumumuzu yılıp onu etkenedik. Allah'ın emelede kesimiz dolu rüsürüne koşarga eskertmeliğe. Энда екінші ноябрда қағытлы егенек баралғада маулымды етерге, Құрған оқырға, зикер етерге мешкіттеді деп, иншаллах, қара күніміз, қара чайны көшкен күні тамбыла, кесе де күрге күн көресіз. Аллаху жала мұдап күллеріміз наз етсін, уланш күллеріміз Алла кесе көп етсін. Бізден оғызла бағалы дин қарнаша кешілеріміз, маулайға, құсаулай бізні республиканы крайын ішінде де Саулай Клейсаланы тамадалары Афонин Василий Ивановичны чакырганбызда аңа да разылыгыбызды бүтүрөбүздү билдиребиз. От имени всех наших мусульман нашего района, от имени Духовного управления мусульман
Карачаево-Черкесской Республики Ставрополья, вам, благочинный святейший всех церквей Карачаево-Черкесской Республики и Ставрополья, мы выражаем большую благодарность за то, что вы почли присутствовать на нашем скорбном часе, на нашем скорбном митинге. Энди иншаллаху тагала, сагатта кумушта, ташкөпүрдө мага сизге үчүнчү жерге келебиз да, бул эскертмелерин ачууда. Иншаллах сагат Куран-ул Каримден сыйлы аяттардан окуп, багалы карттарыбыз баяга чыгыбыз, такбир айтырбыз баарыбызга, Аллах ыраазы болсун. Батал хажы, Баттал хажы баарыбызга, Хасанбек Абалла Ибрахим. Булачыкка келиңиз, такбир алыңыз иншаллах. Allah.
шарима холака ва мин шарри гасихин иза вакаб ва мин шарри наффасати фил укади ва мин шарри хасидин иза хасад. نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا الله سبحانه وتعالى بقرآن الكريم لن سالغان صلوات لربزان بقيين كنو بزده سالغان بشو كنو بزده بزن تشند قلغان أخوار بزجالارنا يا الله سنجتشتر بو دوانا بو تلكني إن شاء الله تعالى إلي بزن إمامي سلطان بك أفندي جتريك أمين ديجيز. Амин, алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва алихи ва ашхабихи ва амин я раббана. Аллахумма раббана я раббана такаббална иннака антас самиуль алим. Амин. Васлу алейна я маулана иннака антас саввабур рахим. Амин. Раббана иннана амана ва ахирна ва ахирна. Я Аллах, тесима мухана. Bunu da biz
Дин управления взнеткенуну угла, бу памяти гентак пиралып, джамагат була, бизне дин карнашларды ачарга деп, бу ишу бизне бошайды джамагат. Бар бизне катыбызда турган Афонин Василий Иванович, бу бизне республикада, крайда да, саулай, крисаланы тамадалар. Не заттар бизне ортабызда байланып, багалы дин карнаша кечте тоолангалыз. Була ахли китабияды, алай демеклик маганасы, булага Аллаху таала инжилни түшүргөндө, бизге Аллаху таала Куранды түшүргөн. Мы являемся братьями по вере, единоверцы, а аны булана жашы деген Эфиопиянын тамадасы, мусулманларга кыйынчылык жеткирген заманда, аларды королаганды, диллерин тутууга да беркинлик берген да. Аллаху таала биздин дилдерибизге христиандардан жок, биздин дилибизге киши жокту, бири-бирибизге болушуча дилибизди жаярча Аллах кеси насип этсин. Кубанч күндөрүбүздөн Аллах кеси көп этсин. Аллах ыраазы болсун баарыбызга. Слово для вступления предоставляется благочинному всех церквей Карачаево-Черкесии отцу Василию. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко в небеси на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должников наших. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Дорогие, я прочитаю молитву Отцу Небесному, Богу, то есть Аллаху, прочитаю молитву. Ничто так не объединяет людей, вот друг другу, в любви, в мире, как религия. Только лишь религия может объединить людей в одну семью. Там, где религиозные люди, пусть это ислам будет или православие, где семья религиозная, где муж, отец религиозный, жена религиозная, там семья крепкая, семья хорошая. Так и у нас в православии. Если муж религиозный, жена религиозная, и дети будут хорошие. Там, где нет Бога, если они не религиозные, там всякое шатание. И также в каждом городе и в каждом государстве. Посмотрите, почему в нашем государстве такое произошло все. Да потому что забыли Бога, Аллаха. Да потому что отреклись от Бога Аллаха. Да потому что стали ломать церкви, монастыри, мечети. Вот еле чуть ли не весь мир завоевать атеизмом, что вот, чтобы везде все народы не верили в Бога. Да разве это могло быть? Обязательно это должен Господь был остановить. Обязательно Господь это должен быть наказать. Потому что Бог есть, Аллах есть. Поэтому, дорогие братья и сестры, в Адаме и в Еве, я вас прошу всех, веруйте в Аллаха, веруйте, другого пути нет, веруйте в Бога, другого пути нет, мужчины, женщины стоящие. Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли достойными, хорошими, ведите их в мечети, учите их Корану, учите их молитвы. Вот только лишь один путь, другого пути нет. А наши православные должны ходить в церковь, веровать Бога также, изучать молитвы. Другого пути нет. Тот, кто предлагает другие пути, это все от лукавого, от шайтана это все. Только лишь один путь. Вот поэтому я очень рад, мне приятно и радостно, что вы начинаете все это дело с молитвы, молитесь. Каждое дело начинаете вы с молитвы. Это очень хорошо, это очень радостно. Дал бы Бог, чтобы везде, и в Москве, и во всех городах начинали все с молитвы, начинали. Тогда бы было меньше у нас всяких безобразий и так далее. Мы видим с вами, дорогие, что и в Москве, и в Ленинграде много очень развращенных стало людей, безбожных, стали воровать, убивать, обманывать. Хотя и закончили институты. А что толку? И у нас философ Ильин говорит,
что если человек даже больше получит образование, но если без Бога, без Аллаха, он еще более опасный. Он становится зверем, хитрым становится зверем, потому что без Бога. Вот поэтому, дорогие, дай Бог, чтобы именно дай Аллах, чтобы безобразие, поэтому я говорю, а чем более города вот такие вот, там прям без ума некоторые люди поступают. А вот вы, вот посмотрите, не напрасно говорят, что спасение народа, спасение России произойдет из глубинок, из народа, вот простого из народа. И вот вы очень разумно поступаете, вы самые мудрые, вы самые умные люди, что вы уповаете на Бога, на Аллаха. Вы самые разумные, умные люди, что вы молитесь. Молитву нельзя ничем заменить. Пусть как никто не говорит, прекрасно, хорошо, ораторы всякие бывают. Но если он без Бога, эти слова ничто. А вот молитва Богом когда, 2-3 слова пусть сказаны. Пусть 2-3, но с Богом это всегда только лишь на пользу. Я очень вам всем благодарен за то, что вы молитесь. Я очень благодарен мулам, вашим эфендиям, старшему здесь вот эфенди, которые ведут вас, и дай Бог, они ведут вас правильным путем. И слушайте их, Аши стал говорить, где строятся мечети, как строятся. Это прекрасно иметь такого руководителя. Виктор Николаевич, вам та же большая благодарность, как председателю Совета Министров нашей республики. Убиева, которого здесь нет, та же ему большая благодарность, потому что стараются делать мир нашей республики. Вашими усилиями, вашими трудами, слава Богу, что у нас сохраняется мир. Но и главное у нас сохраняется мир, что есть умные люди среди вас, карачаевцев, черкесов, среди русских, есть умные люди, которые веруют в Бога, в Аллаха, и они хранят мир. Пострадавшие ваши люди, ваши и наши также люди пострадавшие, вечно им... Спасибо за посещение. И когда надо будет, и мы будем посещать вам. Уважаемые ветераны, дорогие гости, жители аула, чем дальше уходит от нас Великая Отечественная война, тем ярче, полнее предстает величие подвига нашего народа. Свой огромнейший вклад в победу над фашизмом внесли и народы нашей Карачаево-Черкесии. Не щадя своей жизни, защищали они нашу столицу, Ленинград. Участвовали в битве за Сталинград, освобождали Украину, Беларусь, Прибалтику, сражались на перевалах Кавказа. Более 15 тысяч сыновей и дочерей республики награждены боевыми наградами. 19 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Каждый день мы преклоняемся перед женщинами, которые, заменив ушедших на фронт мужей, героическим трудом ковали победу в тылу. Невозможно, как и во всей стране, найти в районе семью, которой не коснулось безжалостное дыхание войны. А представители Карачаевского района оно коснулось вдвойне. Народ был выселен, и вместе с тем свыше 15600 бойцов и каждый пятый карачаев сражались против его территории. Предписывалось в указе всех карачаевцев, проживающих на территории области, переселить в другие районы СССР, а Карачаевскую автономную область ликвидировать. Территория Карачая расчленялась, передавалась Грузии. Большинство стариков помнят, граница Грузии была оттуда вот буквально полутора километров в сторону Карачаевска. Дальше была Грузия. Выжили в России, Карачаевск была Грузией. Вот до чего дошли в своем желании разделить территорию Карачая сталинская звеневская клика. Сегодня невозможно без содрогания и волнения вспоминать
как на рассвете 2 ноября 43-го в течение 2 часов безвинный и ничего не подозревавший карачаевский народ, 69 267 человек, из которых 53% дети, 28% женщины, 18% мужчины, в основном старики и инвалиды войны, под дулами автоматов специально привлеченных 60 тысяч солдат войск НКВД были в спешном порядке погружены в товарные вагоны и отправлены в неизвестность. В результате этих чудовищных насилий карачаевцы, как и другие репрессированные народы, понесли огромные людские и материальные потери, претерпели оскорбления, унижения национальной чести и своего человеческого достоинства. Первые 2 года половина карачаевцев умерли от голода и болезней. Подверглись репрессии семьи сражавшихся на фронтах Великой Отечественной солдат и офицеров. Такие семьи, как семьи героев Советского Союза Османа Касаева, Харуна Богатырева, Султана Магомедова, ваших земляков, Унуха Лайпанова, Магомеда Лайпанова, Магомеда Ильканова, Манапа Татаркулова, Кухатина Курманова и многих других. Они воевали на фронтах, их семьи были выселены. Мы склоняем сегодня головы перед тысячами наших земляков-фронтовиков, которые грудью защищали Родину, но не вернули свои родные горы. Собственной кровью и жизнью доказали преданность и любовь к Родине. Мы сегодня склоняем головы перед десятками тысяч безвинно загубленных в жизни наших земляков, ушедших из жизни с чувством острой боли и негодования из-за допущенной к ним несправедливости, чувством острой тоски по родной земле, похороненным и непохороненным, затерянным в бескрайних просторах Азии и Казахстана. Мы склоняем головы перед матерями, которые самоотверженно положили на алтарь войны и победы самое дорогое, что у них было, жизнь своих детей. Вечная им всем память, вечная наша благодарность, дорогие товарищи, почтим их память минутой молчания. Трудно сегодня подобрать слова, чтобы рассказать о трагедии народа, лишенного в годы Великой Отечественной национальной государственности, подвергнутого массовому переселению. В местах переселения карачаевцев в Средней Азии и Казахстане был создан жесточайший режим, который вел к массовой гибели людей, детей, женщин, стариков. Режим сохранился до 20-го съезда. Я об этом говорю потому, что без глубокого и достоверного рассмотрения фактов этой жестокой расправы невозможно правдивое освещение прошлого народа. А правда такова, что Сталин, Берия, свои злодеяния против народов представили как защиту безопасности страны. С этой целью специально распространялся фабрикованный ими тезис о неблагонадежности обстановки в Карачаевской автономной области. Народы не повинны в деформациях и извращениях национальной политики. Народы не могут быть преступниками. Они стали жертвой преступлений, чинимых Сталином и его окружением, как в центре, так и на местах. Однако ничто не сломило воли народа. В боевом содружестве с другими народами нашей многонациональной страны они доказали верность Родине. На фронтах продолжали сражаться, а на полях и нивах колхозов и совхозов Средней Азии и Казахстана беззаветно трудятся подростки, женщины и старики, о чем свидетельствуют многочисленные награды, полученные за боевую и трудовую доблесть в годы Великой Отечественной. Именно здесь, преодолевая все мыслимые и немыслимые препоны и ущемления, достигнув рекордных результатов в скотоводстве, практически в тюрьме стали героями социалистического труда Нудула Курчиева, Патия Шидакова. Многие были награждены государственными наградами. Спустя 14 лет, едва приобщившись к человеческой жизни, вам сообщить, уважаемые товарищи, что вчера,
30 числа, видимо, большинство из вас слушали, правительство Российской Федерации подписало постановление о реабилитации карачаевского народа, о полной экономической, политической, культурной реабилитации карачаевского народа. То, с чем боролся, за что боролся, как и общество Джамагат, все честные труженики, все народы, которые с нами вместе живут, этот акт свершился. Народ реабилитирован. Остальное, значит, постановление вы на днях прочитаете. Я с большим удовольствием это я вам сообщаю. Хочу поздравить и пожелать, чтобы больше таких указов ни по одному народу в нашей стране не было принято. В завершении я хотел бы сказать несколько слов о строительстве памятника. Сегодня мне приятно сказать, что здесь присутствует Аргунов Олег Аубекирович, один из тех, который еще начинал, закладывал строительство этого памятника, будучи моим коллегой в то время. Огромный вклад в строительство этого памятника ввел Карачаевская МПМК, его начальник Лайбанов, кооперативы Абхала и Ушта, председатели Качи и Тухаев, Совет ветеранов войны и труда поселка во главе с Татаркуловым Манафом Исаевичем и многие-многие другие товарищи. Я хочу просто всем присутствующим довести до сведения. Вы когда смотрите на памятник, вот чувствуется какая-то незаконченность. Я хочу, чтобы знали все присутствующие, гости и приглашенные. В середине памятника, там где написано «Никто не забыт и ничто не забыто», за место стелы будет минарет строящейся мечети. Оно и будет служить и стелой, и заодно будет завершением вот этого ансамбля. И эти два объекта в будущем должны быть единым. Желаю всем присутствующим всего доброго в жизни, большого человеческого счастья. Пусть на нашей земле всегда будет мир. Пусть смеются дети, пусть текут реки, пусть цветут сады и цветы. Чистого неба вам и всего самого доброго. Аминь. Спасибо. Германия верховно без объявления войны напала на нашу любимую родину. Началась Великая Отечественная война нашего народа против злейшего и коварного врага. Война длилась 1412 дней и ночей беспрерывно. За честь и независимость нашей родины отдали свои жизни около 30 миллионов наших сограждан. Война не обошла стороной и наш небольшой горный тогда аул, в котором проживало 230 семей с населением 1380 человек. В боевых сражениях участвовали 215 наших аулчан, из них 148 не вернулись в свои родные очаги, то есть около 70%. Ныне здравствует только 18, остальные скончались от полученных ран и болезней на войне в разные послевоенные годы. Во время, когда вся страна, напрягая все силы, вела ожесточенную войну не на жизнь, а под лживым предлогом репрессировали весь карачаевский народ, как и некоторые другие народы. Во время, когда у Декушева Исмаила 4 сына, у Семенова Лохманова 4 сына сражались на фронтах Великой Отечественной войны, все они затем погибли, их сыновья. Их семьи переселялись в Казахстан и свою жизнь за нашу большую родину, Союз и социалистическое отечество. Вам всем известно, что происходит у нас в стране. Пусть Аллах укажет нам всем правильный, верный путь из этого положения. Да здравствует дружба и мир между всеми народами, населяющими нашу родную Карачаево-Черкесию. Уважаемые односельчане, гости, у нас присутствует делегация соседнего города Невинномысска во главе с главой администрации города Невинномысска
Анатолия Федоровича Семенченко. С ним приехали к нам гости генеральный директор АЗОТ, объединения АЗОТ, Ледовский Виктор Иванович. С ними еще у нас гость из Югославии, президент совместно советско-югославской компании Богдан Катровица. Слово дается для вступления, представляется главе администрации города Невномыска. Уважаемые друзья, мы сегодня вместе с вами скорбим по погибшим вашим односельчанам в годы Великой Отечественной войны, а также по тем людям, которые погибли от геноцида. Знаете, самое дорогое, что есть у людей, это жизнь. Всегда обидно и досадно, когда она тратится попросту, но самое страшное, когда ее отнимают у людей. Это великая беда. Другое дело, когда люди отдают эту жизнь за свою родину, за свою независимость, за счастье своего народа. Память человеческая, она бессмертна. И ярким подтверждением тому является сегодня, даже в это сложное перестроечное время, открытие этого замечательного памятника в вашем селе. Это значит, что люди помнят о своих родных, близких, и эта память останется вечной. Вы знаете, очень здорово сегодня, что мы с вами живем мирной жизнью. Нам, русским, карачаевцам, черкесам, нечего делить. И дай Бог, чтоб то искры от пламени, которое там война идет за Кавказье, не переметнулось к нам. Я повторяю, делить нам нечего. Нам единственное с вами можно разделить только барашку на шашлык до стакана ирана. Я желаю вам счастья, я желаю вам процветания в деле восстановления, всех вам человеческого счастья, как сегодня говорили, мирного неба, все самого вам доброго. Спасибо. Слово предоставляется директору Новокарачаевской средней школы Лайпанову Вадиму Магомедовичу. Дорогие односельчане, уважаемые гости, товарищи, сегодня в истории нашего села особый день. Мы открываем памятник нашим односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Сегодня мы отдаем сыновней гражданские человеческие почести нашим землякам-героям. Это известные солдаты, известны их имена, их подвиги. Они были подлинными героями, которые совсем еще молодыми ушли на фронт, отважно сражались и отдали свои жизни во имя спасения Отечества, во имя свободы и нашего счастья. Страшная и жестокая была эта война. Нет семьи, которая не пострадала в ней. Я коренной житель Нового Карачая и глубоко скорблю по всем погибшим односельчанам. А их осталось лежать на фронтах, на полях сражений 148. Я, Лайпанов, и скорблю по своим погибшим родным, а их здесь на мраморе записано 57 имен. Все 148 солдат-односельчан своим подвигом увековечили свои имена, а наше село сделали славным. Мы склоняем низко головы над подвигом и светлой памятью наших героев. Вечная вам слава! Жестокая ирония судьбы. Карачаевцам, чьи почти все мужчины воевали на фронтах войны, пришлось испытать чудовищный, небывалый в истории геноцид. Огульно обвинив в измене, наш народ сослали в Казахстан и Среднюю Азию. Сослали стариков, женщин, детей. Все здоровое мужское население воевало на фронтах войны. В тяжелых и непривычных условиях, в те годы, от физического и морального оскорбления, от холода и голода, от гражданского бескрая, погибло больше половины нашего народа. Но крепки наши корни, корни потомков корчи, крепка наша карачаевская закваска. Вынес наш народ это неслыханное горе и страдания, и возродился Карачай. Мы вправе называть себя народом-героем.
мы предаем проклятию всех тех, по чьей вине пострадал и был чудовищно унижен наш народ. Мы благодарим все народы русских, казахов, киргизов, наших соседей, черкесов, нагайцев, абазин, всех тех, кто в те тяжелые годы оказал нашему народу моральную и другую поддержку. Слава воинам, односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Вечная память жертвам геноцида. Слово предоставляется гостю нашему, главе администрации Советского района, Аргунову Олегу Бекировичу. Дорогие друзья, меня, как и вас, многих разделяет двойственное чувство. С одной стороны, чувство радости, потому что восторжествовала справедливость. И с другой стороны, чувство боли тем, которые сегодня рядом с нами. А имена которых запечатлены в мраморе и граните. Мы у себя тоже провели не память не только погибшим в годы войны, но и тем, которые погибли в годы репрессий, в годы политических репрессий. И хочу пожелать от всей души, от чистого сердца, чтобы каждому из вас пришла радость в дом, пришло тепло, вернулась радость в ваши дома, горел ваш очаг, и к этому очагу тянулись ваши родные и близкие. Счастья и радости вам, дорогие друзья. Слово предоставляется ученику Новокарачаевской средней школы Лайпанову Владимиру. Etilgendi. Biz alanı tanımayık, alayar. Alanı, biz alanı ömürde unuturuktülbüz. Bizim cürekleri bizde kalıp duradılala. Biz bek razıbız bu eskertmeyi açan adamlara. Уважаемые гости, уважаемые односельчане, разрешается возложение цветов.
Чехов надо знать хорошо. Спасибо вам всем. Храни вас всех, Господь Бог, Аллах.
Дай вам Бог всего доброго, всего хорошего. Веруйте в Бога, веруйте. Все будет хорошо. Веруйте. Дайте. Спасибо. Я не знаю, что это такое.